Все новые тайны приоткрываются археологам, которые высвобождают от пепла знаменитые Помпеи. Здесь находят ранее не встречавшиеся фрески, древние закусочные и дома местных жителей. Помпеи – невероятное место, где можно собрать много информации о повседневной жизни людей. Есть помещения с сохранившимися следами мебели и одежды. Очень часто среди руин Помпеев находят целые семьи. В этой комнате нашли необычные фрески с головой свиньи, змеями и женщинами. Помещение назвали «домом поросенка». А вот так выглядела уличная закусочная Термополия, где подавали древний фастфуд. В меню были утка, рыба и улитки. Эта Термополия отличается от 90 ранее найденных в Помпеях закусочных. Исследователи полагают, что здесь ели самые бедные жители города. Подобные находки позволяют понять, как складывался быт людей. Помещения для прислуги очень отличаются от комнат хозяев. У богатых и бедных также недуги были разные. Так, у некоторых были болезни, типичные для рабов, вызванные тяжелой работой, а у богатых была подагра и тому подобное. Помпеи находятся в 23 километрах от Неаполя. Здесь жили 13 тысяч человек. В начале нашей эры город был похоронен под пеплом и пирокластическими потоками, которые извергал Везувий. При этом вулкан выделил тепловую энергию, превосходящую взрыв атомной бомбы над Хиросимой. Помпеи раскапывают с середины 18 века. Примерно две трети уже освободили от пепла. Но теперь древним постройкам угрожает гибель от воздействия солнца, дождя и ветра. Над их сохранением работают лучшие ученые, инженеры и археологи. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.